специально для Glitch. У меня с волосами разговор короткий. Начинаете мешаться? Пошли нахер отсюда. Короче, у нас должен получиться квадрат 40 на 40. Правильно? Ну да. Она по ширине, она шире. Шире. Ну 4 на широкую уже будет. Будет 4 склеивать тогда. Ну это тогда и то больше будет. Больше. Больше. А если сделаем 3, то будет 30. Вы, наверное, не врубаетесь нифига. Сейчас расскажу, что здесь происходит. Да, собственно, ничего сверхъестественного. Сегодня нужно поставить клеиться небольшой мебельный щит. И это вы попали как раз на самое начало. Тут мы разбираемся с размерами и в целом заготавливаем фрагменты. Я тяну с этим проектом уже 2 года. Еще со времен, когда заканчивал ту самую скамеечку для медитации. Меня попросили сделать вывеску для тату-студии, но в тот момент я вряд ли бы потянул этот проект в одиночку. Ну или сделал бы совсем не так круто, как сейчас мы закрафтим с рамой. Все-таки за это время у нас появился кое-какой опыт. Короче, стягиваем заготовку и оставляем лежать на пару суток. Ну что сказать, склеилось хорошо, щелей нет. Результат удовлетворительный. Теперь на очереди следующие процедуры. Нужно сделать поверхности с обоих сторон максимально ровными. Поэтому сначала проходимся зловещим электрорубанком. Следом обычным ручным. Грязь, ой, блядь. И финишируем шлифмашинкой. Гуд. Одна сторона есть. То же самое проделываем и с другой. В той же последовательности. Мы вынесли процесс на улицу, чтобы не засрать опилками все содержимое гаража. Тем самым привлекли внимание местной флоры и фауны. Вы будете делать что, круг, да? Да. Круг. Круг. Ну, это мы сейчас быстренько. По всем маркировочкам ровненько. На сцену выходит ленточная пила. И сейчас она максимально в тему. Даже представить себе не могу, что бы мы без нее делали. Столярки — штука крайне полезная. Небольшой перерыв. Другое время суток. А цели все те же. Нужен красивый и ровный блинчик. Короче, ничего делать, будут острые уголки. Сейчас мы их быстренько лепестковым кругом прогуляем. Может показаться, что всю работу выполняет рама. А, блять, ну это так и есть. Я тут чисто как тиски и попиздеть. Это состояние души. На самом деле мы уже давным-давно договорились, что он больше по столярке, а я по оформлению. Так и живем. Не секрет, что обжигание древесины придает ей некий эффект состаривания и четко проявляет весь древесный рисунок, собственно, то, что нужно. Вывеска должна выглядеть бывалой, как на тавернах в средневековье. Сбиваем шкварочки и морим блинчик под дуб. Вкуснятина. Время идет, времени не так много, поэтому перекидываем логотип на заготовку с помощью проекции. Быстренько его переводим, выводим ровные контуры и айда фрезеровать. У нас в наличии довольно крупный фрезер. Не для таких тонких задач. Тем не менее, рама справился. Туда-сюда, вот вторая сторона. Прекрасно. Фрезер все же грубоват. Вручную подрезаем все заусенцы. Мне показалось, что лого недостаточно выделяется, поэтому обвожу его черной краской.
На мой взгляд, так выглядит намного лучше. Пора задуматься о креплении. А впрочем, давайте-ка пока притормозим. Действительно, куда мы так разогнались? Хочу, как старые добрые, разбить тему на несколько частей. В этот раз у нас муслишка новая, Ксюха оператор, но это понятно. А вот что реально я давно не делал, так это не опубликовывал ваши работы под занавес. За это время вы накидали на стенку прилично-то. Поэтому я сейчас показываю не все, а самые удачные работы, на мой взгляд. Они все настолько разные, и от этого наблюдать за новыми становится еще интереснее. В этот раз хочу отметить Бориса Кудинова. Вы только посмотрите на это. Весьма впечатляюще. Но если вы хотите портретик в моем исполнении, то не стесняйтесь, пишите в группу. Да хуйня, блядь! Теперь самое интересное. Фестиваль Глич все-таки состоится. И мы там тоже будем. Уже готовим для вас кое-что интересненькое. Так что, если у вас будет желание затусить вместе, подтягивайтесь. Ссылки на ивент я оставлю в описании. До скорого.